Сенсационную находку сделали в Могилеве во время реконструкции моста через Днепр. Строители обнаружили фундамент Троицкой церкви 18 века. Исключительность находки, по версии ученых, в том, что в закладке храма, возможно, принимали участие император Австрии Иосиф и российская императрица Екатерина II. Хутчэй за ўсё у 1792 годзе імі быў закладзены гэты храм. Храм вельмі велічны. Быў адной з самых прыгожых дамінант Магілёва. Яго купал практычна, калі мы расчысцім, мы пабачым, што знаходзіцца на адным узроўні са шпілем ратушы. Историки не теряют надежду найти на месте Троицкой церкви интересные артефакты, а по фотографиям, которые сделали во время Великой Отечественной, даже восстановить утраченную историко-культурную ценность.